У меня есть еще один контракт для тебя, боец. Надеюсь, ты не ударишь лицом в грязь. Это поручение от Бьен Амелион из поселения у воды. Ей нужно достать что-то из ее фамильной гробницы. Постарайся не провалить это дело. Ты найдешь ее в поселении у воды. Оно отмечено на твоей карте. Если тебе нужны доспехи, поговори с Терти и Ведусией. Двигай в этот поселок, боец. Привет. Ты, должно быть, из гильдии бойцов. Я рада, что ты здесь. Мне нужна твоя помощь, чтобы вернуть долг. Я Бьен Амелион. Боюсь, что так. Мой отец был одержимым игроком. Он проиграл весьма серьезную сумму. Теперь, когда он исчез, его долговые обязательства перешли ко мне. Пропал. Его вытащили из дома прямо посреди ночи. Я хочу продать меч и доспехи моего деда, чтобы расплатиться с долгами, или я могу стать следующей. Очень большой. Больше 1000 септимов. Мой отец игрок и очень плохой игрок. Они захоронены вместе с моим дедушкой в фамильном склепе. Эти меч и кираса волшебные. И они должны покрыть мой долг. Пожалуйста, найди их для меня. Недалеко, в фамильном склепе моих предков. Вот, я отмечу его на твоей карте. Пожалуйста, принеси их мне, чтобы я смогла вернуть долги моего отца. К востоку от Нибина все еще дикий регион. Там мало кто живет, только бандиты, но, по крайней мере, он еще не обчищен охотниками за сокровищами. Ты моя единственная надежда.
Thank you.
Привет еще раз. Тебе удалось найти меч и броню? Тебе удалось найти их? Великолепно! Ты даже представить не можешь, как много это значит для меня. Почему? Спасибо. Этого будет достаточно, чтобы расплатиться. Пожалуйста, храни этот меч и доспехи, пока я не верну тебе эти деньги. Спасибо еще раз. Ты даже представить не можешь, как много твоя помощь значит для меня. Спасибо еще раз. Я так благодарна. Привет бретонцам! Тебе нужно выполнить работу для Бьен Амелион в поселении у воды. Как обстоят дела? Если платить за всех долги, никогда не разбогатеешь, боец. Но все же работа выполнена. Вот твое вознаграждение. Сейчас ничего нет. По крайней мере, для бойца твоего ранга. Поговори с Азаном Ванвиле. Может, у него что-то есть. Эй, это тебя называют героем Кватча, да? Это тебе мы обязаны закрытием врат Обливиона и спасением города. Еще увидимся.